вами Алина Агаф, и сегодня к нам пришла вот такая вот посылочка. Напишите в комментариях, что же там будет, а я распечатываю. Это... Как все веселенько. Именно вот такого цвета. Это я заказала моей маме. Она их любит. Я пока что равнодушна к этому. Ну, может быть, мне и понравится. Сейчас посмотрим. Ну, это единственная расцветка, которая мне понравилась. Я так понимаю, это коробочка от салфеток. Веселенько. А за это плюсик. Да. Так, открываем дальше. Так, я думаю, надо разрезать эту коробочку маленькую. Так, и барабанная дробь. О! А ну-ка ставь, рассмотрим. Подожди, я сижу в земле. Листики плотненькие. Угу. Салатик. Значит, это фиалочка. Сорт, название фиалочки я вставлю. Камера, правда, не передает, но она прикольная. Она салатовая, с ажурным ободком таким на цветочках. Что ты там? Да она там шарится. Такое впечатление, что у нее подморозились листики. Или мне так кажется, на камеру сейчас посмотрю ближе. Шла она Укрпочтой, шла она 3 дня где-то. Ну, а новой почтой бы она шла, ну, может быть, чуть меньше, 2 дня. Так что... И она тут выпала. Выпала? Угу. Так. Может, он ее так посадил? А, она, наверное, размотылялась. Нет, листики не подморожены, слава богу. Это они просто грязные. И мне показалось... Главный наблюдатель и режиссер. Немножко, да, немножко он, конечно, неправильно упаковал. Хотя, значит, я расскажу. Продавец мужчина, он занимается фиалочками. У него очень много разных цветов. И он очень-очень трепетно, он так переживал перед отправкой, как и что. И, боже, и столько рекомендаций он мне дал, и посоветовал. И вы же мне отпишитесь, вы же мне напишите, как она дошла, как что. Ну, прям, ну, очень трепетно, очень, скажем так... От мужчины, ну, интересный, короче, продавец, меня он впечатлил, да. Так что, да, немножко листик помялся. Вот. Есть бутоны, надеюсь, она у меня сейчас поживет, адаптируется. Сейчас я ее буду стряхивать, может быть, пересажу. Посмотрю. Значит, сорт я вставлю, напишу. Она очень красивая. Ну, просто что она после дороги вот вообще никакая, скажем так. Сейчас буду приводить ее в чувство. Все, мне тут раз... У нее шаловливое настроение.
Чудо-юдо крокодил. И так целыми днями. Вот так, целыми днями она скачет, скачет и скачет. О, боже мой. Так. Ну, раз она у меня вывалилась из горшка, я ее решила сразу пересадить. Почему? Потому что этот пенопласт его расшатало, он получился сверху. И я увидела корешки и прочитала, что фиалочки очень любят жить в тесноте. То есть для хорошего цветения им надо маленький горшочек. Я сравнила и поняла, что это не пойдет. Значит, я сейчас ей возьму маленький горшок, грунт. Можно взять универсальный. К универсальному грунту я добавлю золу, также я добавлю немножечко песка и добавлю, конечно же, кокосового волокна. Многие пишут, советуют мох сфагнум, ну, можно и кокосовое волокно. С кокосовым волокном я дружу, мне все нравится, цветочком тоже. Сейчас сделаю такую смесь и посажу мою фиалочку в новый горшочек, чтобы мама уже не заморачивалась, чтобы не... скажем так, ничего не смешивала, она этого точно делать не будет, мне кажется. В случае это будет универсальный грунт и все на этом. Поэтому я ей сейчас все подготовлю. У меня есть хорошенький маленький горшочек. И я ее посажу. Фиалочка после укрпочты, конечно, она помятая, более такая, там с посылками не заморачивается, хотя приходили орхидеи в хорошем состоянии, я не знаю, чего она ее так расколбасила, скажем так, блин, что она была вся вывалена из горшка и вся в грунте. Ну ничего, корешки тут есть, корешки хорошие, сейчас я посажу. Вот так я посадила фиалочку, срезала несколько листиков, которые были ну совсем погнуты, поломаны. И один цветочек, который поломался. Не знаю, я эти листики попытаюсь посадить. Может быть, с них что-то еще и будет. Я ее приведу в чувство. А потом уже маме занесу. Пусть она хорошенько приживется, укоренится. Дренаж я сделала не из пенопласта, а добавила уголька. То есть точно такие же по размеру частицы. Я положила уголь на дно горшочка, смешала субстрат такой, который я говорила, и посадила фиалочку.